заслушав подозреваемого и защитника, возражавших против удовлетворения ходатайства и полагавших возможным ограничиться заключением под домашний арест, проверив представленный материал, суд счел ходатайство следовательно обоснованным, подлежащим удовлетворению. Материал содержит достаточное обоснование наличия органа расследования обоснованного подозрения в совершении того или иного преступления, необходимости избрания в отношении его меры пресечения и заключения по страже. Суду представлены конкретные сведения, указывающие на причастность к совершенному преступлению именно этого лица, в частности, показания свидетелей.